Подозреваемый в поджоге клиники в японской Осаке скончался. Мужчина по имени Морио Танимото, которого госпитализировали в критическом состоянии, так и не приходил в сознание. По версии следствия, именно он 17 декабря разлил и поджег бензин в помещении психиатрической клиники, располагавшейся на 4-м этаже офисного здания. В пожаре погибли 26 человек.